Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и, конечно же, Игорь, и добро пожаловать в новую серию «Креатив против выживания в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Вы знаете, что нужно делать? Что, Игорь, нужно делать? Лайк? Нужно поставить столько лайков, чтобы мы просто офигели. Ребят, удивите нас своим лайком, вот просто покажите всю свою мощь. Поставьте кучу больших пальчиков вверх, нам будет приятно, да, Эдисон? Да, вот прям будет много лайков, будет новая серия, я обещаю, как можно скорее. И, ну, подожди, а подписаться на канал также нужно. Кто не подписан, тот кто, Игорь? Тот пипипунчик. Вот именно, поэтому подписывайся. А я тебе предлагаю больше не тянуть и сразу же пойти... Да, давай, пойдем, погнали. Давай. Ну что, Игорь? Да. Ты готов? У тебя сейчас опять будет 2 минуты, чтобы что-то построить, Игорь. Да, я готов. В этот раз без NPC, да? Как хочешь, на самом деле. Давай. Будем начинать? Да, давай, готов. Раз, два, три! Время пошло, Игорь, у тебя 2 минуты. Давай, тебе нужно такое что-то построить, понимаешь? Такое, чтоб прям меня вот так затроллить. Что ты делаешь? Так, хорошо, так, теперь немножечко нужно добавить шипов, немножечко совсем шипов. Это слишком множечко, Игорь, на самом деле. Нормально, так, после шипов сразу можно разлить немножечко лавы, да, совсем? Это множечко лавы опять, Игорь, у тебя не... Знай меру, пожалуйста! Знай меру, Игорь! Вот так вот, немного вентиляторов, чтобы продуть, понимаешь? Сегодня жара, Эдисон, сегодня будет жарко, Эдисон. Ну знай меру, сколько, мать твою, вентиляторов, Игорь! Алло! У тебя еще 1 минута 10 секунд, Игорь. Да хватит, что ты там строишь столько? Да, еще и воду, да, после паутины, ага. Genius просто, genius, да, просто гений. Да тут просто какой-то океан получился. 50 секунд у тебя, Игорь. Не забудь про рычаг в сундуке не забудь. Там курица моя, это моя курица, убери, Игорь. Курица, Эдисон, она тебе поможет, она будет мстить за прошлый сейф. 20 секунд. Нечего было своих петуханов на меня натравлять, понятно? Хорошо, Игорь. У тебя еще 15 секунд осталось. Опять? Да хватит, Игорь! Да сколько лавы? Так... 10, 9, 8, 7, 6. Успокойся! Все, время вышло. Ну еще один блок, Эдисон, ну такой. Игорь, у меня вопрос. Много при предыдущей серии людей бомбило, мол, а чё, Эдисон, ты строишь, когда Игорь проходит карту? Давай мы выясним правила. Мы же можем троллить друг друга, когда мы уже... Мы можем подстраивать. Мы можем подстраивать. Вот именно, поэтому, ребят, все нормально. Синкебат. В общем, Игорь... Ну что, ты там готовься, да, Эдисон? У тебя очень сложный день сегодня. Хорошо. Ну что, Игорь? Ну что, это ты, ты сейчас готов пройти вот это вот все? Не туши. Да он и так зажигается повторно, поэтому все нормально, Игорь. Ну что, будем начинать с тобой? Давай. Эдисон, я отчитываю. После выстрела бежишь, понял? Бежу. Бегу. Раз, два... Давай, Эдисон, что творишь вообще? Алло! Алло, успокойся! Ай! Лава! Ига! Спасибо, что потушил мне всю лаву. Я потушил её нормально. Твою матушку застрял в этой паутине проклятой! Подожди, муха летающая, иди сюда! Игорь, успокойся. Да, всё, да почему ты подо мной ставишь шипы? Сволочь! Это для того, чтобы тебе... Это массаж пяток, Эдисон. Такая китайский массаж такой. Опа! Да хватит! Хватит! Ничего не взорвалось даже? Нет. Это просто вода, понимаешь? Просто вода. Не взрывается. Ты когда-нибудь петарду в воду кидал? Да, там все плохо было. Вот получалось, и все. Вот и... Я забыл, Игорь, я просто забыл. Ай, вентилятор! Да, я не могу запрыгнуть. Давай еще немножечко шипов. Да, я перепрыгну их, Игорь, все нормально. Курица! Я говорю, это моя курица, Игорь, все, забери курицу, пожалуйста. Давай, петухан, нападай на него, давай. На! Стреляй в курочку. Ай, тут лава.
Игорь. Че там? Че ты там уже захотел поставить, а? Ничего ставить не буду. Как, Игорь, зачем ты ломаешь подо мной блоки, сволочь проклятый? Че, дурак, спанпоинт, Ай, подожди, Игорь, секунду, перерыв, подожди, пауза. У меня ухо зачесалось. А, все нормально, продолжаем. Продолжаем, Игорь, подожди. Давай. Сейчас нос зачесался, у меня чесот. Да давай, иди. Ты че охренел? Ай! Сволочь, зараза такая, Игорь. Давай, давай, Эдисон, давай, у тебя все под контролем, на тебя поднапал петух, Эдисон. А это че и петух? Та-т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 а! Ты че делаешь? Сейчас вернусь, подожди, сейчас все будет, сейчас построй мне, пожалуйста. А я могу тут вернуться, да? Давай, залез, все нормально, все под контролем. За тебя петух бежит. Опа, да сколько ты тут воды этой проклятой наставил, Игорь? Ну ты сволочь, конечно, ну ты сволочь. Выплываю. Чё ты делаешь, сволочь, что такое, Игорь? Так, всё, под контролем. У меня. Давай. А, тут уже рычаг стоит. Ура! Ты прошел, я поздравляю. Зачем я это проходил, если тут уже верстак стоял? Верстак, пуф, рычаг. Ну ты, Игорь, это конечно. Мой был главный троллинг, понимаешь? Это мой главный троллинг. Ты прошел, это все зря. Смирись. Хорошо. Ну, Игорь, сейчас моя очередь, понимаешь? Ну шо, Эдисон, ты готов как бы строить? Это ты шо? У меня секундомер, ты понимаешь? О, опустите секундомер, полицейский. Давай. Я, короче, засекать готов. Готов засекать, давай, готов. На счет три. Давай. Раз, два... Три, поехали, Эдисон, поехали, время. Две секунды, хорошо. У тебя уже прошло, Эдисон. 623, 1. Подожди. 5, 6, 7, 8. Не, тут так должно быть. Ты помнишь, это прям озеро, как мне приплывать? Ага, ты сейчас еще и вентилятор, да, мне поставишь? Слышь? Это уже три ряда вентиляторов. Это вообще. А, меня самого сдувает, Игорь! Эдисон, у тебя 36 секунд прошло уже. Сколько? Осталось у тебя минута 20. Сколько? У тебя минута 20. Минута уже 15. Уже. Ты смотри! Так, это у нас будет дом, Игорь. Это у нас будет дом. Смотри. Это дом. Это дом за. Алмазный дом за миллион долларов. Смотри. Так серию. Да? Так серия будет называться. Да. Это... Дом из креатива, да? Да. Дом из креатива, да, против, да. Дома. Это хорошая серия. Хорошая серия, подожди. Теперь у нас будут одинаковые видосы называться, чтобы поздравляю тебя. Хорошая серия за миллион долларов. Да подожди ты! Так, отлично. А дом за миллион долларов против дом за... Дом за... Нет, да, типа того. 152... Ага, интересно. Так, сколько тут, Игорь? Сколько? Один. 731. 731. Какой один? Ты... Алло. И тут твои... Понимаешь, я уколюсь. Я боюсь колюсь. Тут твои любимчики тут еще будут, Игорь. У тебя... Нет, давай без мобов. У тебя осталось 13 секунд, ты не успеешь. Чего не успею? 10. 9. 8. Что ты делаешь вообще? 6. 5, 4. 3. 2. 1. Все, Эдисон, все, хватит! Все. А, ну я еще могу подстраивать, когда ты будешь проходить. Ты это не забывай, Игорь. Ты давай вот без этого, давай. Ну чё?
Ты сумасшедший, Как этот день проходить? Подожди, я могу как хочу проходить это все, да? В смысле это как хочу? Нет, по правилам. Все должно быть по правилам. Да, вот по дорожке, по дорожке. Да, по дорожке. Ну хорошо, давай, я готов, давай, стреляй. Стреляй. Давай, раз. Подожди. Раз. Два. Погнали! Игорь, успокой, так нечестно это! Поднизу! Не надо их! Не надо ломать! Я никакая не только ломаются, Эдисон! Алло! Алло! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Ты дурак! Ты дурак! Алло! Оно сдувает, Эдисон! Это нечестно вообще! Я просто продумал план, прежде чем его следовать. У меня есть тактика, я ее придерживаюсь. Понятно тебе? Понятно? У меня есть тактика. Так, Эдисон, подожди. А у меня нет золотых яблок, я их забыл взять. Как так, Игорь, хорошо. Держи. Бери, золотые яблоки, давай, Игорь. Слышь, ответ как? Это петухи с предыдущей серии. Не. Да. Слышь, ты меня не трогай вообще. Вася. Хорошо. Слышь, смотри, ты. Что они творят вообще. Слышь, да ты. Пошли в жопу, петухи. Игорь, давай, бей, забирайся. О. Как я это сделал, Эдисон? Я ничего не понял. А, это взрывные штуки, так вот все просто, смотри. Пау! Нет? Это оно что? А что взорвало? Что происходит? Нет. Я не понимаю, Эдисон, ну чё? Куда? Я уже слишком глубоко! Дай лопату! Игорь! Сраные петухи. Ладно, я Игорю помогу, чтобы не так сложно всё было. Не надо, я сам! А, ты сам! Я сам! Давай, Игорь, давай, ты справишься, Игорь! А, у меня не работает контрол! Контрол не работает! Контрол не работает! Донт работать! Или у меня... А, это у меня медлительность. Ах, ты ж говно! Так, у меня рычаг, Эдисон, рычаг! Ставим спаунпойнт! Спаунпойнт! Опа! Так. Эдисон! Давай без вот этих твоих приколов. Без каких? Знаешь, это противозаконно издеваться над людьми, понимаешь? Это называют... Куда ты меня не хорони, я еще молод. И полон сил. О, нормалёк. Давай, Игорь! А, это замедлительность, да? Да, всё верно. Ах, ты ж выпил! Ай-яй-яй-яй-яй, сколько петухов! Тут очень много петухов на самом деле, Игорь. Хорошо, значит, я буду сегодня кротом. Пошли в жопу. Так, да, назад нельзя. Эдисон, они меня как семечку. Как семечку? Да. Ай. Обманул. Ой-ой-ой, Эдисон, да дебил, я не буду заново. Давай, забирайся. Ты что мне тут кварцвание производишь? Что это такое, Эдисон? Эдисон! Алло, это вроде безобидно, но это противно. Какой противный молодой человек. Противный. Ай-яй-яй-яй, я просто блок ставлю, Игорь. Да зачем ты в лаву спрыгнул? Так, подожди, Эдисон, у меня есть тактика. Какая тактика? Так, Эдисон, за финишной прямой ничего делать нельзя. Кто тебе такой? Всё, дебил! Кто тебе такой? Говно!
Кто? Ну ладно, ладно, все, давай, ставь, ставь, ставь. Ебой, ебой, ебой! Даже больше салютиков давай. С Новым годом! С новым счастьем! Да, хорошо, вот. О, это для меня вот бутылка, да? Это для тебя. Игорь, ты справился, ты большой молодец. Ты большой молодец. Было легко. Легко прям было. В этой серии мы с тобой на отлично справились, и я, и ты. Все нормально, все нормально. Ну я, конечно, лучше, да. Ну возможно. Ладно, погнали, Игорь, погнали. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, то, что вам эта серия понравилась, и вы поддержите ее своими лайками. А сколько, Эдисон, нужно лайков ставить? А лайков нужно, конечно же, много ставить на оба наших видоса. Если наберем много лайков, обещаю то, что выйдет новая серия. Мы же обещаем с тобой, Игорь. Обещаю, просто, даю зуб даю. И вы как бы не усомневайтесь, нас, мы каждую серию будем добавлять новые моды, будем перестраивать карту, и в будущем нас ждет великое разнообразие. Великое будущее Майнкрафта! Великое будущее Майнкрафта. Да, и подписывайтесь на наши каналы. Ссылочки на них есть в описании. Там нажмите на колокольчик. Обязательно. Чтобы не пропустить новую серию, конечно. Да, они часто выходят. Подожди, подожди, подожди. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.